Слушаю вас. Здравствуйте. Я хочу сообщить о правонарушении. О каком? На тротуаре напротив айс-бара запаркованы машины в нарушении правил дорожного движения. Я вас в дежурном ГАИ соединю, чтобы они выслали наряд. Давайте. Сумочку не кладите, пожалуйста. Да. Дежурный начальник ДПС, Белкин, слушаю вас. Здравствуйте. Я хочу сообщить о том, что Московская 10, айс-бар, на тротуаре запаркованы машины в нарушении правил дорожного движения. Пожалуйста, пришлите экипаж. Хорошо, спасибо, информация. А когда будет прислана машина? Сейчас вот 19:09. В данный момент экипаж у тебя проходит ДТП, как это водится под ней. А когда это будет? Я вам не могу сказать, когда, хотите ожидать на месте. Ну, подъедет. Я буду ожидать, посмотрим. Я вот сообщил в полицию, в ДПС, о нарушении правил дорожного движения на улице Московская, 10, на тротуаре рядом с айс-баром. Запаркованы машины прямо на тротуаре. Реакции никакой. Вот жду 20 минут. Сказали, что машины заняты, освободятся, когда неизвестно. Мы вас оповестим. Я решил подождать. Здесь полицию. Полиция не приезжает. Ну, вам каким-то образом мешает эта машина? Или вы просто как проявили гражданскую ответственность, так сказать? Я член движения «Гражданский патруль», и эти машины стоят на тротуаре, они мешают прохожим. Так, давайте еще раз. Московская, 10, да? Да, айс-бар. Айс-бар, да? Да. Значит, сообщили в куда? В ГИБДД и... Да, я позвонил сперва 002 с мобильного телефона, потом меня переключили на ГИБДД. Угу. Понятно. Ну, спасибо, что позвонили. Ваше сообщение. Телефон доверия, слушаем вас. Здравствуйте. Я из движения «Гражданский патруль» на Московской, 10, напротив айс-бара. На улице, ну, на тротуаре стоят машины запаркованные с нарушением правил. Московская, 10? Да, вот сейчас я вызвал 20 минут назад полицию. Никаких движений по этому поводу нету. Сейчас, сейчас мимо меня очередная машина полиции проехала, не обращая внимания на нарушение правил. Сейчас сообщу.
19:42. Время 19:50.